А если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Дрейфер, добро пожаловать обратно в Лич Брейв Соулс. Вы спросите, зачем я сделал такую синюю тиму? Оказывается, сегодня добавили новые зоны, точнее, старые зоны, вот эти на бутылочке. И просто у меня уже вот синяя была пройдена, я ее уже на видео проходил, я ее больше не проходил без видео, поэтому она и на одну звезду пройдена. Зеленую, вот эту зеленую мы уже проходили с вами на канал, и потом пройдем вот эту. Видите, как видите, я вот эту прошел, а эту не стал. Потому что для видео хотел. Но не успел. Слишком интернет там был плохой. И памяти мало. Но сейчас все окей. И можем с вами начать снимать вот это. Давайте мы ее пройдем. Пофиг, что она уже тут пройдена. Но все равно ее пройдем. Да. Возьмем, конечно, буст на опыт. Качаем наш... Нет, я возьму даже на 4 часа, потому что у меня зарядка, видите, сколько? Билет, видите, сколько? Все. Так, какой нафиг... Вот. Там, я так понимаю, будет у нас босс Эспада, Гримджоу. И поэтому, я думаю, Кена мы снесем очень много хп. Я помню, сносил 12 тысяч. Здесь. Без всяких дебафов. Это видео будет коротенькое, потому что пройдет только один уровень. И именно экстрим. Нафиг нам Legend. Мы лучше экстрим пройдем. Тут киллер эффект X3, поэтому я за улькеру проходил, ошеломлен был, что он мне под 10 тысяч сносит скилла. Ну что, давайте посмотрим. Я ему нормал так демедж, естественно, поставил. Ну, вы помните, какие здесь у нас мощные очень шинигами достаточно, реально. Особенно вот эти вот. Вот эти, потому что они делают вот такой удар. Он кучу раз очень наносит урон, показывать не стану. Вот эти могут парализовать, а эти накладывают... Вот этот дебаф. Поэтому от них лучше избавляться побыстрее. И желательно оставить побольше хп, чтобы от босса хотя бы укрыться. Давайте юзанем буст. Естественно, мы с вами пока ничего не... Считать просто так его изянули, потому что у нас нету... О, бутылочки. А мне как раз надо было две. О, нифига там выпало уже. Так, давайте вначале вот это убьем, потому что эти вообще ни о чемные, никчемные. Ну, вы сами видите. Да, они все никчемные. Вот так вот. Кен с нормал так дэмэдж дает просто дичайший урон. А, блинский попасный. Ни хрена себе, он по сотне снес. 4 раза снес. Хорошо, ты хилочка, бляха. Уже хп не остается. Босса чем убивать будем? Лучше всегда использовать приемы, даже если не надо. Ой, ран, короче, никчемные. Завтра будут красные и фиолетовые. Как раз с вами фиолетовые будем записывать. Они постоянно, бляха, атакуют. О. Совершенно другое дело. Здесь сердец можно фармить этих трехзвездных просто до жопы. А вот эти, кстати, только так могут атаковать ближним. Смотри, у меня 700 хп, а уже красненькое это появилось. Ну, вообще замечательно. Вот эти вон, которые могут пролизовать, они шестизвездные, у них молнии тут появляются. Блин, опасный уровень, слушай. Теперь понятно, почему я помер. Но в этот раз я не помру, потому что у меня есть Ичига. Он ультанет очень мощно. Тогда-то у меня только Кен был. Ультовать неким было, а сейчас у меня он. Бум! Давай. Ой. Они собаки мощные очень. А у Кена... Ой, блин, он не загрузился скилл. Прикинь, сейчас попал бы. И все, сразу бы, ваншотом. Ох. А, 2% просрали за 5 минут.
Ай, скотина тупая. Пошел нахрен отсюда. Урод. О, видите, у них молнии. Они желтые, они шестизвездные. Куда отпрыгиваем, а? Сыкуны. Блин, нас козел попал, смотри. Да вы скотина тупорылая, а? А, задолбали уже. Кен, давай разберись с ними. Най, в жопу это дерьмо, а. Куда ты перезайти? Жесть. Сраные бутылочки. Вот когда я без записи, я ни разу не помираю. Как запись? Нет, сразу надо сдохнуть, конечно. Зеленая будет дольше всего проходиться у меня. Хотя не, нормально. Хотя бы дебаф мог бы наложить. Буду качать линк для Баргана сейчас ими. Yes. Кену линк прокачаю. А, нет, я Ичига прокачаю линк. Кену не надо пока. Мне надо Ичига качать линк. У Кена дэмэдж тейка, но там только один персонаж синий, и то он пятизвездный еще. О, плюс 1500 добавил нового видео, все, пойду смотреть. И вот это... Лучше вот сюда вот, где чат кнопочки. Он теперь лагает капец, ну. Ну да, тварь у нас бежит. Вот от этой вот. Блин, чуть не попался на огонь, прикинь. Сволочи, блин. Ой, я его убил скиллом. Это база. Вот вам, сволочи. Ни хрена ты видал, я их просто разнес. Не естественно, хрен ли вы с Ичигой связались вообще, что ли? Ну, вообще говно. Ну, это будет просто. Я сейчас с ульты сколько урона снесу. Басаться, смотри. Смотри. Сколько? Еще раз можно? Новый урон поставил максимальный. Ай, блин, жалко нет синего перса, который накладывает поглощение. Тут уже только синий можно идти. Ладненько. Ну, неплохо. Ну что, все, пойдем сейчас фиолетовые. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Следуйте по всем ссылочкам в описании. Обязательно смотрите видео. Ну да, которые скоро будут показаны на экране, когда я дам и вред их поставлю. Все, всем удачи, всем пока.